Я фейк. В 2017 году в мой дом не прилетал фугасно-разрывной снаряд и не разрушал его. Я фейк. Мой дом в 2014 году не был разбит украинскими снарядами. Я фейк. Я не был под обстрелом мин Азова. Мою маму не ранило осколочным ранением азовской мины 13 марта 2022 года в Мариуполе. Я фейк. В 2014 году мой сын не был убит украинской армией. Я фейк. Мой дом не обстреливала украинская армия. Я никогда не попадала под обстрелы, и я не видела всех тех ужасов войны. Я фейк. И мой друг не был ранен в результате обстрела украинской армии. Я фейк. Я не пострадала на Басте в 2015 году от снарядов украинской армии. Мне не оторвало конечности, точно так же, как и не разорвало душу.